Привет! Меня зовут Сергей Смельцов. Я технический представитель компании «Технониколь». Это видео о том, как правильно монтировать гибкую черепицу «Шинглас». Большую часть работ мы покажем вот на этом доме и гараже, но есть определенные нюансы, которые удобнее показывать на тренировочном стенде, поэтому мы периодически будем на него перемещаться. Дело в том, что крыша защищает дом не только от непогоды. Устройство крыши – важнейший элемент теплообмена внутри помещения. Да, с виду крыша может быть отличной и даже защищать от снега и дождя, но если сделать ее неправильно, это может привести к теплопотерям дома и сократить срок эксплуатации всей крыши. А это чревато такими последствиями, как промерзание, появление грибка, образование конденсата и гниение деревянных элементов конструкции. Чтобы избежать всех этих неприятностей, необходимо использовать только качественные материалы и точно выполнять все этапы укладки гибкой черепицы. Об этом я расскажу в следующих частях видео. Несколько слов о безопасности. Монтаж кровли – занятие повышенной степени опасности, поэтому кровельщик должен обязательно пройти медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности, а также обязательно использовать профессиональные средства индивидуальной защиты. Это каска, страховочная система, соединительные элементы и блокирующие устройства. Веревки привязывают к надежным элементам конструкции. Если идет дождь или ветер сильнее 6 баллов, монтажные работы производить нельзя. В этой части я коротко расскажу, какие инструменты понадобятся при монтаже гибкой черепицы Технониколь Шинглас. Рулетка, карандаш, шнурка-отбивка, молоток, ножницы по металлу, шпатель, кровельный нож, мастика Технониколь Фиксер, пистолет для мастики, строительный фен, кровельные гвозди. Зачем нужен пароизоляционный слой? Дело в том, что самая большая неприятность, которая может случиться с нашим утеплителем, это влага. Во влаге начинает расти плесень, начинают гнить элементы конструкции, и все это в итоге может привести к печальным последствиям. Пароизоляционный слой защищает каркас крыши и теплоизоляцию от пара изнутри помещения дома. Крепится он к стропильным ногам по теплоизоляции без провисов. Мы будем использовать пароизоляционную пленку Optima от Technoniколь. Пленка укладывается любой из сторон. Мы закрепляем ее по вертикали и по горизонтали скобами с помощью строительного степлера. Но также подойдут кровельные гвозди с плоской шляпкой. Места соединения располагаются внахлёст 10-15 см, поэтому мы герметизируем их с помощью двухсторонней соединительной ленты. Надо быть осторожным и не повредить целостность пленки. Если вы повредили пленку, то ничего страшного не случится, просто необходимо поставить правильную заплату. Для этого мы заклеиваем поврежденный участок двухсторонней соединительной лентой, затем кладем сверху заплатку из пленки, во всех направлениях должен быть нахлест по 10 см. После крепления пленки на скобы мы проводим полную герметизацию пароизоляционного слоя с помощью все той же двухсторонней ленты. После монтажа пароизоляционной пленки мы смонтируем внутреннюю обрешетку. На ней впоследствии и будет держаться утеплитель. Следующее, что мы устанавливаем перед монтажом черепицы, это теплоизоляционный слой. На рынке представлено много материалов, и у каждого свои преимущества. Изучите все варианты перед тем, как сделать свой выбор. Для своего объекта мы выбрали негорючие плиты на основе каменной ваты Technolite Extra. Они часто используются профессиональными бригадами и уже успели зарекомендовать себя на рынке. При работе с теплоизоляцией из каменной ваты очень важно соблюдать три правила. Во-первых, работать нужно только в перчатках, а также в защитных очках и респираторе. Во-вторых, вскрывать упаковку следует уже на объекте. Если по каким-то причинам работа остановилась, необходимо защитить теплоизоляцию от осадков. В-третьих, ни в коем случае нельзя ломать плиты теплоизоляции, только резать их с помощью ножовки или кровельного ножа. Теплоизоляционный слой крепится на стропильную конструкцию. Желательно, если шаг стропил совпадает с шириной теплоизоляционного слоя. Это 58-59 см. Если стропила идут чаще, то плиты каменной ваты надо резать по ширине стропил. А если толщина слоя теплоизоляции больше толщины стропил, то устанавливается дополнительная обрешетка. Если у нас холодный чердак, то утепление выполняется по плите перекрытия.
Сначала готовится основание, укладывается пароизоляция, все швы также тщательно проклеиваются двусторонней клеевой лентой. Допустим вариант пароизоляции из битумно-полимерных материалов. Укладку плит каменной ваты выполняем так, чтобы плиты каждого последующего слоя перекрывали швы плит предыдущего. Так мы избегаем появления мостиков холода на стыках плит. Также в качестве теплоизоляционного слоя возможно использовать полиуретановые плиты ПИР. При утеплении жилого помещения рекомендуем использовать плиты большого размера 2400 на 1200 мм с L-кромкой. Специфика плит ПИР выгодно отличает их от других утеплителей. ПИР обладает крайне низкой теплопроводностью, что позволяет использовать меньшее количество материала. Все дело в его уникальной структуре, состоящей из множества мелких ячеек. ПИР обладает высокой жесткостью и прочностью. Это позволяет монтировать их поверх стропильной системы без дополнительных настилов. Утеплитель укладываем поверх стропил. Толщины 100 мм будет достаточно для средней полосы России. Очень важно следить за тем, чтобы в процессе монтажа не образовывались зазоры и щели между плитами утеплителя. Для лучшей стыковки друг с другом и создания непрерывного теплоизоляционного контура плиты ПИР снабжены торцами в виде L-кромки. Любые зазоры и щели между плитами утеплителя необходимо запенить клей-пеной Logic PIR. При необходимости можно временно закрепить плиты саморезами к стропилам. Это поможет предотвратить смещение утеплителя до установки основного крепежа, контрбруса, но об этом позже. Прочная алюминиевая фольга, входящая в состав плит ПИР, позволяет отказаться от диффузионной мембраны. Для проклейки стыков плит мы выбираем самоклеющуюся ленту Nikoben Technonicol. Ей проклеиваем все продольные и поперечные стыки утеплителя. Теперь вся конструкция надежно защищена от увлажнения. Следующим шагом мы убиваем сразу двух зайцев. Окончательно фиксируем ПИР-плиту в стропильной системе контрбрусом и создаем зазор для вентиляции кровли. Оси бруска и стропильной ноги должны совпадать. Контрбрус крепим на саморезы по дереву диаметром 5,5 мм, предварительно рассверлив отверстия под них в контрбрусе. Места будущих шляпок также зинкуются. Дальнейший монтаж, разряженный из сплошной обрешетки, не отличается от привычных схем монтажа при использовании других типов утеплителя. ПИР-плита способна прослужить более 50 лет благодаря минимальному водопоглощению. Простой эксперимент. Дождь, влага и другие осадки стекают по поверхности утеплителя, не впитываясь и не ухудшая его свойства. Мы закончили с теплоизоляцией, теперь надо защитить ее от влаги, пара изнутри помещения и дождя и снега снаружи. Как это делается? Внутри мы устанавливаем пароизоляционный слой, а снаружи диффузионную мембрану. В случае утепления при помощи ПИР-плиты можно пропустить следующий шаг видео и переходить сразу к монтажу сплошного основания. Несмотря на пароизоляцию с внутренней стороны и защиту от атмосферных осадков снаружи, при перепадах температур или высоком уровне влажности внутри теплоизоляционного слоя может скапливаться конденсат. Виной всему точка росы. Для того, чтобы выводить влагу, мы установим диффузионную мембрану. Она препятствует проникновению капель влаги с внешней стороны и в то же время выводит пар из утеплителя в вентиляционный канал. На этой крыше мы используем диффузионную мембрану Technonicol. Бывает, что после укладки мембраны работа по тем или иным причинам приостанавливается. В таком случае мембрана может служить временной кровлей до 4 месяцев. И в случае, если вы проводили химическую обработку деревянных конструкций, то перед укладкой надо подождать 24 часа. Мы раскатываем рулоны прямо поверх теплоизоляции, без зазора. Перехлёст полотен составляет 10 см по горизонтали и 15 см по вертикали. Проклейку мы выполняем акриловой лентой, также подойдет бутылка утюговая. И этой же лентой проклеиваем места примыкания пленки к прочим элементам строительных конструкций. После укладки мембраны ее нужно закрепить на стропилах. Ни в коем случае нельзя просто набивать гвозди без планки или использовать скобы. Только контрабрешетка, которая прибивается гвоздями к стропилам. Но контрабрешетка тоже должна быть правильной. Об этом в следующей части. Сейчас я расскажу об еще одной важной функции контрабрешетки. Дело в том, что сквозь диффузионный слой из утеплителя выходит влажный воздух, и ему надо куда-то уходить. Вот для этих целей мы и формируем вентиляционный канал. Его высота зависит от угла наклона крыши ската. При угле наклона более 20 градусов нам достаточно 5 см. Если угол наклона меньше 20 градусов, мы высоту вентканала увеличиваем до 8 см. Также следует предусмотреть отверстия для притока воздуха у карнизных свесов. Вытяжные отверстия мы делаем на коньке с помощью сплошного конькового аэратора Technonicol. Про его установку мы поговорим отдельно в следующих частях. Перед установкой в кровлю все деревянные элементы должны пройти обработку защитными составами. Мы будем использовать огнебиозащиту Technonicol.
Она повысит огнестойкость древесины до первой, высшей категории огнезащитной эффективности. Такая обработка позволит защитить древесину, в том числе от домового грибка, гнили, плесени и насекомых древоточцев. Наносить огнебиозащиту будем валиком. Видите, дерево меняет цвет на светло-красный. Это удобно, сразу видно, где нанесено и насколько равномерно. Можно также использовать кисть или любые разбрызгивающие устройства. Самым эффективным и быстрым способом обработки древесины считается погружение в ванну. На старой площадке ее делают из деревянных брусков и гидроизоляционной пленки. Вернемся к контрабрешетке. Она прибивается вдоль стропил вершеными гвоздями. Но тут подойдут и саморезы. На контрабрешетку ставится разреженная брешетка, которой в дальнейшем мы будем крепить сплошное основание. Для обрешетки лучше всего подходит древесина хвойных пород, причем не ниже второго сорта. Относительная влажность должна быть не выше 20%. Длина досок не менее 2 прогонов стропил. Доска крепится к стропилам саморезами, по 2 с каждой стороны. Стык обязательно должен быть на стропильной ноге. Причем на соседних рядах стыки нельзя делать один под другим. Нужно делать смещение хотя бы на один пролет. Все, обрешетка готова. Теперь мы можем приступить к монтажу сплошного основания. Что мы хотим от сплошного основания? Оно должно выдерживать нагрузку кровельного материала, самих кровельщиков, снега, а также ветра. А также должно быть жестким, ровным, влагостойким, с возможностью надежно закрепиться к нему гвоздями. На этом объекте в качестве основания мы используем ориентированно-стружечную плиту УСП-3. Это очень практичный и выгодный вариант. Основание получается жестким и ровным, а черепица ляжет на него идеально. Хочу обратить ваше внимание, что плиты USB и USB-2 нам не подходят по плотности и устойчивости к нагрузкам, а вот фанера повышенной влагостойкости отлично подойдет. Мы крепим плиту USP к стропилам с помощью саморезов, но также подойдут и ершёные гвозди. У нас уже пошел второй ряд, и здесь важно укладывать плиты в разбежку швов. Это делается, чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость. Обязательно оставьте между плитами зазоры по 3-5 мм. Относительная влажность воздуха в зимний и летний период разная, из-за этого плиты USP могут немного расширяться. Выполненный нами зазор компенсирует эти расширения и предотвращает появление бугров в стыках плит. Если у вас на крыше есть труба, и она поперек ската шире 50 см, то над ней нужно сделать разжелобок, потому что иначе здесь будет скапливаться снег и влага, а это не очень хорошо. Наше основание готово, следующий шаг – усиление карнизного свеса. Так как вся вода стремится вниз карнизным свесом, им требуется дополнительная защита, поэтому здесь мы установим металлические карнизные планки. Планка укладывается ребром на край сплошного основания. Мы прибиваем ее кровельными гвоздями в шахматном порядке. Шаг 20-15 см. Можно воспользоваться обычным молотком, но мы же будем использовать специальный пневмоинструмент нейлер. Такой пневмомолоток увеличивает скорость монтажа в несколько раз и сильно облегчает работу кровельщика. Таким образом, карнизные планки устанавливают по всему периметру карнизных свесов, нахлёст одной планки на другую 3-5 см. Отдельно покажу, как карнизная планка крепится на ребрах и в местах стыковки двух скатов яндови. Для этого мы берем ножницы по металлу и подрезаем планку таким образом, чтобы ее часть заходила в соседний скат. И там она фиксируется и закрепляется гвоздями. Мы закончили с защитой карнизного свеса, и теперь мы можем приступить к монтажу подкладочного материала. Прежде чем мы перейдем к монтажу черепицы, осталось выполнить последний этап – уложить подкладочный ковер. Это материал из полиэфира с модифицированным битумом. Он обеспечивает дополнительную гидроизоляцию, амортизацию и помогает лучшему сцеплению листов кровли между собой. Где укладывается ковер? Это прежде всего места вероятных протечек – яндовы, карнизные свесы, ребра, коньки, изломы и периметры мансардных окон. Мы начинаем укладку ковра с яндовы. По инструкции здесь мы используем самоклеящийся подкладочный ковер Underwrap Ultra. Сначала мы примеряем ковер по месту. Ширина ковра 1 метр, то есть получается по 50 см на каждый скат. В идеальном случае ковра должно хватить на всю яндову, без нахлёстов. Если же такой возможности нет, ковер кладется в нахлёст шириной 30 см. Примерив ковер, мы обрезаем лишнее. Для этого сначала делаем разметку. Материал у нас лежит параллельно карнизному свесу. Необходимо отступить от перегиба 1-2 см. Обратите внимание, на нижнем краю мы подрезали ковер с небольшим закруглением, таким язычком. Это сделано для того, чтобы отвести воду от стыка карнизных планок. Правильно уложив ковер, мы смело снимаем защитную пленку и приклеиваем ковер к основанию. Тут следует аккуратно разглаживать ковер и следить, чтобы не было складок.
Если вы укладываете ковер при температуре ниже 5 градусов, то необходимо дополнительно закрепить полотно кровельными гвоздями с шагом 30 см. После индовы мы переходим к карнизным свесам. На карнизном свесе укладываем то же полотно, что и на индове – Underwrap Ultra. По ширине ковер полностью покрывает карнизный свес – плюс 60 см от внутренней плоскости стены. Учтите, что он должен отступать от карнизного перегиба на 1-2 см. В месте сопряжения подкладочного ковра на индове и карнизном свесе мы укладываем ковер с нахлестом 15 см. Мы разложили ковер, сделали примерку. Теперь можно снять часть защитной пленки, чтобы закрепить полотно на основании. После чего мы скатываем ковер обратно в рулон. Далее мы приклеиваем оставшуюся часть полотна к основанию. Делаем это, раскатывая рулон и одновременно снимая защитную пленку. Когда полотно приклеено к основанию, мы дополнительно закрепляем его кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг должен составлять 30 см. Подкладочный ковер необходимо разместить по всей площади крыши. Для этого мы используем подкладочный ковер Underwrap с механической фиксацией. Технониколь делает два вида таких ковров – Underwrap Prof и Underwrap GL. В нашем случае мы используем Underwrap Prof. Принцип укладки ковра такой же, как и на карнизном свесе. Только здесь мы крепим ковер к основанию не с помощью самоклеящей стороны, а с помощью гвоздей. Мы используем специальные барабанные гвозди для гибкой черепицы, применяемые в пневмопистолетах. Но это могут быть обычные кровельные оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. Расстояние между ними должно быть 20-25 см. Важно правильно вбивать гвозди. Шляпка гвоздя должна именно прижимать ковер к основанию, но ни в коем случае не углубляться в него или наоборот возвышаться над поверхностью. Таким образом мы укладываем ковер по всей площади крыши. Понятно, что ковры укладываются внахлёст. В поперечном направлении это 15 см, в продольном 10. Все нахлёсты мы промазываем битумной мастикой Технониколь Фиксер полосой шириной 10 см. Это делается для дополнительной гидроизоляции. Толщина нанесения мастики ни в коем случае не должна быть более 1 мм. Последнее, на что хочу обратить ваше внимание, это торцы соседних полотен. Мы разносим их минимум на полметра. После укладки подкладочного ковра мы усиливаем фронтонный свес металлической фронтонной планкой. Фронтонная планка нам нужна для защиты торца от дождя и ветра. Ребро фронтонной планки ложится на край основания. Мы прибиваем планку кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 15 см. Нахлёст планок должен составлять не менее 3 см. Теперь осталось только нанести разметку. Разметка поможет выровнять листы черепицы по горизонтали и вертикали. Это особенно важно, когда в скат врезан какой-нибудь элемент крыши или нарушена его геометрия. Например, крыша закругляется. Но сразу скажу, разметка не служит жестким ориентиром, по которому нужно прибивать черепицу. Разметку мы делаем в виде сетки. Удобнее всего делать это с помощью шнурки. Горизонтальные линии наносят с шагом, равным 5 рядам черепицы. Это примерно 70 см. Вертикальные с шагом 1 метр. Это длина одного гонта. Наконец мы закончили подготовку основания. Теперь можно переходить непосредственно к монтажу черепицы Технониколь Shingles. Замечу, что корпорация Технониколь выпускает 8 различных нарезок черепицы Технониколь Shingles. При укладке каждой есть свои особенности, о которых можно узнать в инструкции. Сегодня мы будем монтировать черепицу в форме нарезки «Драконий зуб». Транспортировать гибкую многослойную черепицу путем установки одного поддона на другой запрещается. Это может привести к продавливанию посыпки в нижних штабелях поддона, к которому приложена дополнительная нагрузка. Складировать на коньке с перегибом упаковки с черепицей на два ската также запрещается. Переносить упаковки необходимо строго на ребре. Перед вскрытием черепицы необходимо слегка согнуть и встряхнуть упаковку для ее беспрепятственного извлечения. Перед укладкой обязательно перемешайте гонты из разных упаковок рядовой черепицы, а то на скате у вас будут цветовые пятна. Монтаж черепицы ведется снизу вверх, от карнизного свеса к коньку. Начинается с установки стартовой полосы. В нашем случае стартовой полосой будет служить обычная рядовая черепица. На длинных скатах лучше начинать укладку первого ряда от центра карниза, чтобы было удобнее выравниваться по горизонтали. Итак, укладывая гонт, мы отступаем от перегиба карнизного свеса на 1-2 см. Обращаю ваше внимание, что при укладке тыльная сторона в зоне отсутствия клеевого слоя промазывается битумной мастикой Технониколь Фиксер. Оцинкованные кровельные гвозди прибиваются в специально нанесенную на заводе линию. Их количество зависит от угла наклона кровли. До 45 градусов 5 штук, свыше 8 штук. Гвозди забиваются так же, как при креплении подкладочного ковра. То есть шляпка прижимает гонт черепицы, но не углубляется в нее. Важно отметить, что правильное расположение гвоздей влияет на устойчивость к нагрузкам всего кровельного покрытия. Каждый гвоздь должен прикреплять сразу два гонта черепицы.
то есть среднюю часть выше лежащего гонта и верхнюю часть предыдущего гонта. При работе с двухслойной черепицей Technonicole Shingles серии Jazz, Country и Rancho важно помнить, что защитную пленку снимать нельзя. Данная пленка служит для того, чтобы гонты не слипались между собой, находясь в пачке. Во всех остальных случаях необходимо удалять защитную пленку. Каждый из рядов нарезки «Драконий зуб» укладывается со смещением таким образом, чтобы лепестки верхнего ряда закрывали шляпки гвоздей нижнего ряда. Рисунок кровли хаотичный. Смещение вертикального шва должно быть не менее 15 см. Для разных форм нарезок немного разные правила. О них подробнее сказано в инструкции на сайте. Но есть общие принципы. Первый ряд черепицы должен полностью закрывать гвозди, которыми крепится стартовая полоса. Он укладывается с отступом в 1-2 см от стартовой полосы. Когда мы доходим до фронтона, мы сначала промазываем область фронтона битумной мастикой Technonicole Fixer. Ширина полосы промазки 10 см, толщина не больше миллиметра. После мы укладываем гонты. Делаем это с отступом 1,5-2 см от перегиба фронтонной планки. Мы обрезаем черепицу по размеру, но ее ширина должна быть не менее 20 см и крепится она минимум двумя гвоздями. Верхний угол подходящей планки срезаем для отбоя воды. Таким образом мы проходим всю площадь крыши. Перед монтажом трехслойной черепицы Shingles с тыльной стороны мы удаляем пленку. Нарезки континента Атлантика, в отличие от других форм нарезок, крепятся кровельными гвоздями длиной 45 мм, нанесенную на заводе маркерную линию. Коньково-карнизная черепица Technonicole служит стартовой полосой для всех форм нарезок, за исключением формы «Драконий зуб». Крепится она на 12 гвоздей, по 6 штук в верхней и 6 штук в нижней части гонта. Расположение гвоздей закрывается лепестками рядовой черепицы. Для форм нарезок «Соната», «Аккорд», «Трио», «Бобровый хвост» и «Брикс» стартовую полосу можно вырезать из рядовой черепицы. При монтаже нарезки «Вестерн» крепеж коньково-карнизной черепицы закрывается лепестками гонта. Смещение каждого последующего ряда происходит на пол лепестка. Рисунок кровли четкий, ортогональный. При монтаже нарезки «Брикс» мы предварительно снимаем пленку с тыльной стороны. Выравнивание гонтов происходит по нанесенным на заводе насечкам. Перед монтажом нарезки «Трио» мы также снимаем защитную пленку. Монтаж ведем со смещением на пол лепестка. Для удобства выравнивания на гонтах выполнены насечки. Рисунок кровли четкий, ортогональный. В нарезке «Бобровый хвост» после удаления защитной пленки выравнивание гонтов происходит по нанесенным на заводе специальным насечкам. Рисунок кровли четкий, ортогональный. При монтаже черепицы в нарезке «Аккорд» гвозди прибиваем ровно посередине каждого выреза. Смещение гонтов происходит следующим образом. Лепесток квадратной формы укладывается на место стыка двух гонтов, когда оставшиеся лепестки закроют гвозди предыдущего ряда. В результате на кровельном рисунке четко прослеживаются диагонали слева направо. При укладке формы нарезки соната мы также снимаем защитную пленку. Смещение каждого последующего ряда происходит на пол лепестка. Рисунок кровли четкий, ортогональный. Как черепица монтируется в яндовах, а также на ребрах и коньках, мы покажем в следующих частях видео. А сейчас немного о перемещении по кровле. Для перемещения по кровле и временного хранения материала мы используем специальные кронштейны. Данная оснастка регулируется по углу наклона. Основная часть устанавливается поверх гибкой черепицы, а хвостик впоследствии закладывается следующим рядом черепицы. На кронштейн устанавливаются леса подмости. Демонтаж кронштейнов очень прост. Отгибается гонт черепицы и с помощью шуруповерта снимается кронштейн. Гонт приклеивается на место, никаких повреждений кровли не остается. Уложить гибкую черепицу Technonicole Shingles в яндовый можно двумя способами – открытым и методом подреза. В этом видео мы расскажем про открытый способ укладки. Этот способ требует дополнительной подготовки яндовы к монтажу. А именно, укладки яндовного ковра поверх подкладочного ковра. Сначала мы укладываем яндовный ковер вдоль яндовы. Так же, как и в случае с основанием, мы подрезаем яндовный ковер таким образом, чтобы внизу осталось закругление, перекрывающее стыки карнизных планок. Потом складываем ковер вдоль на две половины. Мы делаем это, чтобы продавить линию сгиба. Затем мы снова раскладываем ковер и тщательно разглаживаем его, чтобы не осталось складок и неровностей. Битумной мастикой промазываем тыльную сторону ковра на ширину 10 см. Мы фиксируем яндовный ковер кровельными гвоздями. Отступаем от края на 2-3 см. Шаг 20-25 см. Теперь яндова готова и можно начинать монтаж черепицы.
Мы начинаем с того, что делаем разметку. Ширина нашего желоба будет примерно 7 см. То есть мы должны отложить от центральной синдовы по 35 мм в каждую сторону. Это будет линия подреза. Дальше мы намечаем линию фиксации гибкой черепицы. Это еще 30 см от центральной оси индовы. Мы укладываем черепицу по направлению оси индовы, пока не дойдем до линии подреза. После укладки мы делаем разметку линии подреза. Затем подрезаем черепицу кровельным ножом по линии подреза. При этом под черепицу обязательно надо подложить доску, чтобы не испортить гидроизоляционный слой. После подрезки мы фиксируем черепицу гвоздями. Главное не забивать гвозди ближе, чем 30 см от центральной оси индовы, потому что потом мы будем промазывать ганты мастикой. Закрепив ганты, мы подрезаем их на 2-3 см для отбивки дождевой воды. Дальше мы берем битумную мастику Technonicole Fixer и промазываем ей тыльную сторону черепицу в тех местах, где нет самоклеящего слоя на ширину 10 см. Промазывать черепицу нужно на каждой поверхности ската. И важно, что наносить мастику следует не только на индову, но и на нижележащие ганты. Это сделает гидроизоляцию более надежной. Мы закончили укладку черепицы в индову открытым способом. Про укладку черепицы методом подреза в следующей части. В индове черепица монтируется одним из двух способов – методом подреза или открытым способом. В этой части видео мы покажем, как монтировать черепицу методом подреза. Мы начинаем с разметки на подкладочном ковре, отступаем от центральной части оси индовы не менее 30 см в каждую из сторон и намечаем линию фиксации черепицы. Затем мы укладываем черепицу, начинаем со ската с меньшим уклоном, кладем черепицу с нахлестом 30 см на более крутой скат и прибиваем ганты к основанию по линии фиксации, ни в коем случае не ближе, чем эта линия. После того, как мы закрепили черепицу на пологом скате, мы делаем линию подреза на крутом скате. Эта линия у нас находится на расстоянии 7-8 см от центральной оси индовы. Мы подрезаем черепицу с более крутого ската по линии подреза. Не забудьте подкладывать дощечку, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Также мы подрезаем по 2-3 см от гантов для отбоя дождевой воды. После того, как мы подрезали черепицу, настало время проклеить ее с помощью битумной мастики Technonicole Fixer. Делаем это с тыльной стороны на ширину 10 см. Обращаю ваше внимание, что для более надежной изоляции мастику следует наносить не только на черепицу пологого ската, но и на ганты крутого ската. Мы показали, как укладывается черепица в индове методом подреза. Впереди нас ждет выполнение примыканий. Теперь мы покажем, как делается примыкание ската к элементам конструкции, а также дымовым и вентиляционным трубам. Для герметизации дымовых и вентиляционных труб мы делаем выкройку из индовного ковра Technonicole с учетом того, что 30 см заводится на стену, а 20 на рядовую черепицу. Перед монтажом мы наносим на внутреннюю поверхность ковра битумную мастику. Необходимо предварительно оштукатурить трубу, обработать ее праймером, а по периметру выполнить галтель. Сначала монтируем лицевую выкройку. Выкройка полностью промазывается с тыльной стороны мастикой Technonicole Fixer. Затем монтируется левая и правая выкройки с заводом на лицевую часть выкройки. Последней монтируется тыльная часть выкройки. Верхняя часть примыкания закрывается металлическим фартуком, уложенным в штробу, а затем герметизируется. Поверх выкройки из индовного ковра слева, справа и с тыльной стороны монтируется рядовая черепица. Отступив от трубы 8 см, черепица подрезается. Таким образом, по периметру трубы образуется желоб из индовного ковра для отвода воды. Мы показали, как выполняется примыкание. В следующей части мы покажем, как делаются кровельные проходки. В этой части видео я расскажу, как производится герметизация нижних частей кровельных проходок, антенн, труб и коммуникаций. Это делается с помощью специальных проходных элементов. Все это выполняется однотипно, поэтому весь процесс мы покажем на одном примере. Мы укладываем проходной элемент таким образом, чтобы его нижний край находил на 2 см на черепицу. Делаем разметку и вырезаем отверстие в сплошном основании. Приклеиваем проходной элемент к основанию с помощью битумной мастики. Далее прибиваем элемент по периметру кровельными гвоздями. Лицевая поверхность юбки промазывается битумной мастикой. Затем мы покрываем ее черепицей. Стык проходки и черепицы также проклеивается мастикой. Для защиты от ультрафиолета мастика покрывается посыпкой. Посыпку можно сделать, потерев обрезки черепицы одну от другую. Далее на проходной элемент монтируется необходимый кровельный выход.
Проходной элемент скат, кровельный технониколь, служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационных выходов. Он монтируется на гибкую черепицу. Монтаж происходит следующим образом. В кровле вырезается отверстие, края проходного элемента дополнительно промазываются герметиком. С помощью кровельных саморезов проходной элемент фиксируется к кровле. Резиновый уплотнитель прижимается и обеспечивает отличную герметичность. Проходной элемент скат изготавливается в различных цветовых решениях, что позволяет ему гармонично вписываться в любую цветовую гамму кровли. Аэроэлемент пилот Технониколь применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях в тех местах, где отсутствует конек крыши. Устанавливается на расстоянии 0,5-0,8 метров от конька. При этом важно на карнизных свесах обеспечить приток воздуха. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 10 квадратных метров кровли. Высота трубы дает дополнительную гарантию от попадания под снеговую шапку, а специальный колпак снабжен системой защиты от попадания атмосферных осадков. Диаметр выхода 110 мм. Монтаж происходит следующим образом. Нижний край проходного элемента заводится на рядовую черепицу на 2 см. На основание или тыльную часть тюбки наносится мастика-фиксер. Проходной элемент прижимается и фиксируется к основанию кровельными гвоздями. Затем мастика наносится на лицевую сторону юбки и монтируется заранее подрезанная под размеры выхода рядовая черепица. Стык черепицы и проходной элемент пилот Технониколь проклеиваются мастикой. Далее устанавливается труба и колпак. Антенный выход предназначен для герметичного провода труб, антенн, различных опор на кровле. При монтаже антенный выход подрезается под необходимый диаметр трубы. В основании антенного выхода имеется широкий фланец. Он промазывается мастикой и прижимается к кровле гвоздями на подкладочный ковер. Далее мы наносим мастику на лицевую часть юбки и производим монтаж рядовой черепицы. Для монтажа черепицы на ребрах и коньках мы используем специальную коньково-карнизную черепицу Технониколь. На ней есть специальная перфорация, по которой можно разделить гонт на три равные части. Разделенные части гонта коньково-карнизной черепицы укладываются на ребра снизу вверх. Каждый элемент ребра крепится четырьмя кровельными гвоздями с отступом от края 2,5 см. Переклёст следующего гонта черепицы составляет 5 см. Покрыв черепицей ребра, мы переходим к коньку. Прежде чем приступить к монтажу черепицы, мы устанавливаем сплошной коньковый аэратор Технониколь. Он ставится для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и удаления избыточной влаги из теплоизоляционного слоя. Начинаем с того, что в сплошном основании прорезаем зазор шириной 5-10 см. Затем устанавливаем коньковый аэратор. Он крепится к основанию шурупами. Длина элемента 61 см, поэтому обычно требуется несколько таких элементов на каждый конек. По краям предусмотрены специальные защелки для крепления одного элемента к другому. Установленный аэратор покрывается коньково-карнизной черепицей, предварительно подрезав ее по ширине пластикового элемента. Мы укладываем конек навстречу преобладающему направлению ветра. В остальном монтаж коньков аналогичен монтажу ребер. Кладем каждый гонт с нахлестом в 3-5 см таким образом, чтобы каждая последующая черепичка закрывала место крепления предыдущей. Важно, что здесь используют длинные кровельные гвозди, не меньше 45 мм, чтобы они входили в основание и надежно крепились в нем. Мы закончили монтаж черепицы на коньках и ребрах. Установка стартовой полосы, а также обустройство ребер и коньков незначительно, но отличается в зависимости от форм нареза. Здесь показана таблица, в которой прописано применение коньково-карнизной черепицы и выкройки из рядовой черепицы на стартовой полосе и в ребре, и на коньке крыши в зависимости от формы нарезки Технониколь Shingles. Если ваше здание или сооружение находится недалеко от береговой линии, лесного массива и кровля ориентирована на северную сторону, то есть высокая вероятность прорастания мха. В этом случае необходимо предварительно обработать скат антисептиком Технониколь и смонтировать вдоль конька специальный медный элемент. Данная рекомендация справедлива для всех строительных материалов с пористой поверхностью. Антисептик наносится валиком, кистью или распылителем равномерно по всей поверхности крыши, которая может быть подвержена биопрорастаниям. Мы закончили наши работы по монтажу гибкой черепицы. Все нюансы, которые не удалось показать на этом объекте, смотрите в дополнительных частях видео.